Я приветствую вас на своем канале. Смотрите, день пасмурный, осенний, но что нас радует в саду? Это, конечно, цветы. Цветок мирабилис цветет очень ярко, обильно, пышно, продолжительно. Вот, смотрите, цветок мирабилиса цветет всего лишь один день, но куст постоянно в цвету, потому что один цветок отцветает, другой только-только начинает распускаться, набирает бутоны и цветет. Вот. Сейчас еще нет массового созревания семян, но уже есть. Вот посмотрите, семена мирабилиса выглядят вот так вот. Это такая коробочка, в ней черная такая горошинка. Цветок семена мирабилиса можно высевать ранней весной, это где-то середина апреля, на рассаду. Рассада мирабилиса такая вот крупная, она похожа на рассаду перцев. А можно его сохранять как многолетнее растение. Нужно после того, как мирабилис зацветет, это будет уже поздней осенью, срезать куст и выкопать корневище. Оно похоже такое на морковку, на такую черную, длинную, крупную. И сохранять его так же, как сохраняются георгины, где-то в погребе, где-то в прохладном месте. И высаживать точно так же весной, как вы высаживаете георгины. Вот еще вот такая есть расцветка. Мраморный называется он, полосочки. Такие же бывают розовые, где-то больше. И что интересно, на одном кусте, посмотрите, желтые, ярко-желтые и полосатые. Это мраморная расцветка. Вот так в совокупности с георгином. Например, посмотрите, георгин он высокий, а мирабелис чуть ниже. Также можно мирабелис сажать в вазоны, большие такие горшки. Ставить где вам нужно. Он может даже не очень освещенном месте расти. Полутени. Вот видите, зернышки сами выпадают. Вот такие вот семена. Ствол у мирабилиса такой достаточно мощный, но он хрупкий. Растение нуждается в опоре. Мирабилис также можно использовать как цветок на срезку в букет, но он тоже может постоять какое-то время и порадовать дом в вазочке красивым цветением своим. Цветок мирабилис хорошо сажать рядом с циниями. Он сочетается с циниями по своему росту, кусты, по времени цветения. И также хорошо мирабилис смотрится с однолетними георгинчиками. Вот с таким георгинчиком веселые ребята. Они также цветут в это же время. Если хотите составить клумбу, например, такую, чтобы она всегда цвела, вот нужно пользоваться вот так, таким сочетанием. Мирабилис, георгины и циния. А на сегодня я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего настроения, красивых цветов и удачи во всем.